Со сцены звучат песни о дружбе. Тех, кто находится в зале, и тех, кто выступает на сцене, уже смело можно назвать друзьями. Третий год подряд в Анапу приезжают представители всех 44 муниципалитетов Краснодарского края. Мы рады, что Анапа до сих пор остается такой очень хорошей площадкой для взаимодействия. Ведь недаром форум называется «Гражданская консолидация». То есть подразумевается, что объединение всех усилий для того, чтобы получать максимальное количество полезной информации. Гражданская консолидация подразумевает взаимодействие для того, чтобы решать какие-то проблемы, сложности, преодолевать их. В этот раз решили отказаться от пленарного заседания в пользу интерактивных занятий, тренингов, а также экскурсий и просто прогулок. Специально перенесли дату проведения на месяц вперед. На самом деле уже видно даже по участникам, те, которые не первый год приезжают, они намного уже адаптивнее, они намного, скажем так, сплоченные, у них есть уже свои проекты. В этом году мы проводим в апреле, теплое уже время. Естественно, они увидят совершенно другую Анапу. И надеемся, что это тепло поможет им в жизни на долгие годы. Елизавета из Краснодара. Она учится в Кубанском госуниверситете на архивариуса. Пишет стихи, занимается рукоделием, любит путешествовать. Ей помогает Грейси. Днем они прогулялись по Анапе, сходили к морю. Отлично. Просто никаких преград, все очень доступно. И даже с собакой вот пока везде пускают. И до моря ходили. Очень удобно, ровная тропинка выложенная. Не за что споткнуться. И собаке удобно вести. Все очень-очень доступно. Главная тема форума – добровольчество. Работали три площадки, посвященные экологии, помощи в организации спортивных мероприятий и любых других событий. Французы, которые только-только выучили несколько слов на русском языке, они никак не могли себе в голове сложить коридор, ручеек, пошли играть. Мы их просто взяли за руки и вышли играть в коридор. Но потом по фотографиям тоже было видно, но люди настолько вникались, вот было ощущение, что они с самого детства в нее играют. Участникам форума рассказывают про то, как создавать для иностранных гостей непринужденную обстановку. Здесь и Елизавета. По ее словам, форум очень полезен для саморазвития. Добровольческая деятельность ей интересна. Я могу помогать людям, как бы говорить, куда нужно идти, если я знаю местность. Как бы подсказывать, где какие заведения находятся. Вместе с тем, форум – это площадка для общения. Общественник из Анапы Никита Ванков и Петр Беленков из Курганинска познакомились здесь 3 года назад. С тех пор общаются в социальных сетях. Петр сочиняет и записывает музыку, Никита – тренер по парадайвингу. В принципе, хотелось бы попробовать, но немножко еще как бы сомневаюсь. Зря сомневается, однозначно зря. Я думаю, когда Петр первый раз попробует погрузиться, он примет решение о переезде в Анапу. Форум состоялся как площадка и стал местом встречи, которое уже изменить нельзя. Александр Ребека, Михаил Григорьев и Роман Беркалиев, Анапа регион.